Инвалидам боевых действий в Башкортостане будут предоставлять бесплатные бытовые услуги на дому. Соответствующий закон вступил в силу, сообщили в пресс-службе госсобрания. Помощь будут оказывать, начиная от уборки дома, стирки и гигиенических процедур до приготовления еды и отправки писем. Такая поддержка необходима людям, которые из-за травмы или заболеваний не могут обслуживать себя самостоятельно. В эту категорию теперь включили инвалидов боевых действий, участвовавших в СВО. Также право на бесплатное соцобслуживание имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда и жителю осажденного Севастополя и еще ряд категорий.